Сейчас уже темнеет, а мы продолжаем свою работу. В этом видео мне хотелось бы похвастаться. Не каждому разрешат вечером допоздна в выходные работать и шуметь. То есть мы уже, работая здесь, настолько привыкли к своим соседям, а соседи привыкли к нам. И вот, несмотря на всю ихнюю строгость, нам вот это позволительно. Не знаю, как вам, а мне вот это пока нравится. Сейчас стемнело, я могу кинуть прожектор и видеть вот шов, как он будет, в принципе, выглядеть, когда уже будет сделан. Сейчас еще раствор не совсем застывший, но видно, как он повторяет контур кладки. То есть у нас дом ушел 13 сантиметров, он уходит вниз. Что мне еще нравится, слышите, сейчас идут тусовки, то есть, ну, все нормальные люди, что они делают в скоростном квартале? Тусуются, там косячки, по женщинам ходят, там еще что-то. А мы, строители, занимаемся такой работой. И, соответственно, являемся какой-то такой для Амстердама экзотика. То есть люди идут вечером, курят травку, смотрят, какой-то строитель сидит, что-то на фасаде дергает. Ну, такой свой прикол. Вот. Ну, вот так получается шовчик. То есть мне захотелось показать, как он выглядит при свете прожектора. То есть он грязный, недоделанный, необработанный, нет еще вертикалочек сделан, не почищенный. Ну, все канавки не пройдены, но, по-моему, красиво. Очень надеюсь, что мои швы будут не хуже, чем всем амстердамские. И я буду гордиться, что я эту работу сделал, и вот у меня тоже получилось. Вроде бы технику освоил, вроде бы с раствором тоже определились. Ну, вот через 2 дня у нас будет проверка, будет архитектор амстердамский, будет проверять эту работу. Если он скажет, что эта работа сделана хорошо, то не зря я здесь ночевал сегодня.